Компания «Сокар АГШ» получила контракт на выполнение буровых работ в рамках проекта расширения подземного газохранилища в Турции. Стоимость соглашения составила около 100 миллионов долларов. Контракт предусматривает бурение 40 скважин. Расширение хранилища, отметили в компании, имеет жизненно важное значение в деле удовлетворения потребностей Турции в природном газе. А подписанный контракт даст новый импульс расширению и углублению сотрудничества между двумя компаниями и в конечном итоге между двумя странами. «Сокар АГШ» высоко оценивает работу над этим важным проектом, реализуемым совместно с китайскими и турецкими партнерами. Используя весь наш потенциал, мы рассчитываем на тесное сотрудничество с бизнес-партнерами и заинтересованными сторонами. Надеемся, что проект станет большим успехом для Турции, для нашего клиента и, конечно, для «Сокар АГШ».